Снова всем привет, друзья! Посмотрите, куда я привела вас сегодня. Я привела вас сегодня на берег океана. Сегодня под шелест волн давайте мы с вами немного порелаксируем. Но порелаксируем не просто так, а с пользой. Возможно, вы не знаете, что есть такой очень легкий и доступный всем способ очищения. Очищение от какого-то сглаза, от дурных мыслей, от всего черного, негативного и плохого, которое, я вас уверяю, накапливается день за днем, на каждом, наверное, из нас. И очень легко это все снимается. Иногда нужно очищать таким образом свой организм. Очищение лучше всего проводить вечером между 8 и 10 часами. Найдите тихое уединенное место. Сядьте поудобнее. Постарайтесь сосредоточиться на себе и полностью расслабьтесь. Закройте глаза. Вы никуда не торопитесь. Прислушайтесь к шуму волн. Сосредоточьтесь на себе. Вы должны отпустить все мышцы на вашем лице. Сделайте это. Теперь отпустите все мышцы на ваших руках. Сделайте это. Также постарайтесь расслабить ваши ноги, ваши плечи, вашу спину. Вы расслаблены, никуда не торопитесь. Ваше дыхание спокойное и уравновешенное. А теперь давайте займемся очищением. Для этого вы должны либо вслух, либо про себя, как вам больше нравится, произносить такие слова. Пусть уйдет из меня весь негатив. Пусть уйдет из меня весь негатив. Вся злоба, зависть, злость, черный взгляд. Уйди, уйди, уйди. Вся злоба, уйди. Зависть, уйди. С глаз, уйди. Черный недобрый взгляд, уйди. Вы повторяете это, если что-то еще вы хотите убрать, то говорите это тоже вслух или про себя. Повторяйте как можно часто. И вы почувствуете, что вам нестерпимо захочется зевать. Я не знаю, на каком именно слове к вам придет зевота. Но она обязательно придет. Не волнуйтесь, это именно то, что нам нужно. И вот так через эту зевоту выходит вся негативная, накопленная за день или даже больше чужая энергия. И говорите, выгоняйте ее из себя, пока
вы не перестанете зевать. Бывает такое, что даже не прозевывается до конца. Вы не можете зевнуть, вы хотите, но не можете зевнуть до конца. Повторяйте, пусть уйдет весь негатив. Вот такая релаксация и очищение примерно 15-20 минут ежедневно, желательно перед сном. Вы, возможно, даже сразу в первый раз не сможете до конца избавиться от вашей зевоты. Не волнуйтесь, не беспокойтесь. Значит, просто у вас вот этой неприятной энергии отрицательной накопилось очень много. Я, когда начинала делать вот такое очищение, в течение 3 дней зевала непрерывно 20 минут. Просто лились слезы из глаз, и зевота не прекращалась. Но после этого я спала просто как младенец. На следующий день, после того, как вы сделали очищение, желательно утром, когда вы только проснулись, вы должны также релаксировать, но теперь уже на подзарядку от Вселенной и от космоса и от высших сил. Для этого также утром вы находите уединенное место, садитесь поудобнее, расслабляетесь, закрываете глаза и просто старайтесь ни о чем не думать. Постарайтесь сосредоточиться на своем дыхании. Постарайтесь представить огромную Вселенную над вами. Сосредоточьтесь только на том, что внутри вас. Не думайте ни о чем. Ваши глаза закрыты, ваше дыхание ровное и спокойное. Вы не думаете ни о чем. Сосредоточьтесь только на своем дыхании. Вам, возможно, будут приходить какие-то картинки, видения или что-то еще. Постарайтесь запомнить. Чаще всего таким образом Вселенная разговаривает с вами и посылает вам какие-то послания, которые вы можете расшифровать. Либо же вы их не сможете расшифровать, но вы должны записать то, что вам привиделось, и потом постараться расшифровать это тем не менее. Но бывает такое, что вы расслаблены, никакие видения к вам не приходят, значит, вы недостаточно очищены, и вам желательно продолжить вечернее очищение. Таким образом, вы, очищаясь вечером и подзаряжаясь энергией от Вселенной утром, можете почувствовать прилив новых сил, энергии, бодрости духа и прекрасного настроения. Все зависит только от вас. И если вы продолжите заниматься этим постоянно, то я уверяю вас, Вселенная откликнется, и вы будете видеть порой даже какие-то предзнаменования и ваше будущее. Предлагаю всем попробовать, кто желает.
А что касается меня, я хочу сказать, что я ежегодно делаю такие очищения и подзаряжаюсь от Вселенной и медитирую именно, когда я приезжаю в Таиланд. Там со мной Вселенная разговаривает постоянно. Ну, а на этом, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, увидимся. Берегите себя. Пока-пока.